Ну что ж, добрый вечер всем, дорогие друзья. У нас финал среди игроков от 2000 до 4500 ПП на третьем висе.
В этот раз у нас в финал вышли Каз-Каз и Люкан 45-61. Кстати, с Айнами они не первый раз встречаются, все-таки в этот раз у него получилось дойти до финала. И наконец-то игроки здесь, мы здесь, и можно ролить. У игроков всего лишь по одному бану, и играют они серию до 3 побед. 98 от Люкана. Это вообще что-то невероятное. Теперь нам нужен робот Каз-Каза. 46, ну... Что ж, очевидная победа на этом этапе у Люкана. А между тем, он тут вообще просит подглядывать результаты, на самом деле, в соседней серии. Он периодически придется немного отвлекаться. Не будет hidden карты, не будет hard rock карты. И выбор Люкана. Double time карта. Пламена с химеринга. Любимых харды с ДТ. Ну что ж, ждем только готовности игроков. Осталось совсем немного до старта первой карты в этой серии. Поэтому если вдруг у кого-то будут какие-то вопросы по турнирам, с тех, кто уже присутствует, кто сыграл, кто просто смотрит, обязательно задавайте их в чат. Между картами постараюсь вам ответить. Так как турнир быстрый, то если на развернут ответы, может и не остаться. Забавная критика, конечно, подъехала, то, что людям не нравится, что мапу под карту на СС, но не берут при этом. Карты посложнее в пуле. Отличное начало от Люкана, не теряет он аккюраси. У Каз-Каза есть некоторые проблемы с аккуратностью на этой карте. Первый Киай на карте. С минимальным количеством помарок Люкан сейчас проходит эту карту. На самом деле, места здесь практически негде. Но посмотрим на фактор трясущихся рук, и довольно большой задел уже в 60 с небольшим тысяч для Люкана. Каз-Каз пока не может совладать со своей аккюраси. Борется где-то на границе 95%. Сейчас совсем немного времени до конца карты. И только мисс Люкана, на самом деле, позволит ему проиграть. Тоже практически идеально Люкан проходит карту, и 1-0 в его пользу. И время выбирать для Каз-Каза. Уж пока время передвинуть игроков, которые уже отыграли. Поскольку турнир потихонечку продвигается на самом деле.
Ну что ж, у нас фримод карта. Сакура Фубуки. Это довольно часто я видел на самом деле в МП-линках. Вводил результаты. Потому что оба игрока у нас будут хидден играть, немножко заспойлерим. Очень неприятные помарочки от Каскаса. Ошибается Каскас. Карта довольно короткая. Люкан проходит ее пока без каких-либо даже помарок. Отыграться на этой карте будет практически негде. Карта уже практически подходит к концу, уже более миллиона люкан набрал. И все-таки дает сотку. СС у нас не будет, к сожалению, но значительно лучше он отыграл ее, чем Каскас, который неоднократно потерял комбо, и это 2-0 для люкана. И сейчас очередной пик карты для Люкана, это матчпоинт. И сейчас у него хорошие шансы просто завершить 3-0. А второй номод выбирает Люкан. Гао Нинару. В очередной раз Люкан начинает значительно лучше своего оппонента. Третья карта позади, и Люкана до сих пор стабильный СС. Каскасу тем временем не хватает аккуратности.
Ну что ж, 3-0 в пользу Люкана. НСС отыгрывает он третью карту и становится победителем третьего весеннего турнира в своей категории. Накаскас занимает почетное второе место. Третий турнир подряд нас на самом деле заканчивается со счетом 3-0. Что забавно. Ну что ж, тем временем пока